Здравствуйте. В эфире телеканала «Просвещение», программа «Высшая школа». И я ее ведущий Владимир Косинчук. Химия как самостоятельная дисциплина определилась в 16-17 веках после ряда научных открытий. Однако из-за того, что в отличие от физики химия не могла быть выражена количественно, существовали споры, является ли она воспроизводимой наукой или это просто некий иной вид познания. В отличие от большинства химиков своего времени, считавших эту сферу деятельности искусством, Михаил Васильевич Ломоносов в своей первой работе классифицирует ее именно как науку, начиная труд свой словами. Химия – наука об изменениях, происходящих в смешанном теле. Химия – наука о веществах, их свойствах, строениях и превращениях, происходящих в результате химических реакций. Эта наука занимается в основном изучением взаимодействий между атомами и молекулами. Предмет химии – химические элементы и их соединения, а также закономерности, которым подчиняются различные химические реакции. Зачатки химии возникли еще со времен появления человека разумного. Это первые эксперименты с огнем, дубление шкур, приготовление пищи. Постепенно практические знания накапливались. И в самом начале развития цивилизации люди умели готовить некоторые краски, эмали, яды и лекарства. Известно, что в Египте уже в 3000 году до нашей эры умели получать медь из ее соединений, используя древесный уголь в качестве восстановителя, а также получали серебро и свинец. С раннего средневековья получает развитие то, что сейчас принято понимать под алхимией, в которой соединились философские представления эпохи и новые для того времени ремесленные навыки, а также магические и мистические представления. Химия как самостоятельная дисциплина определилась в 16-17 веках, после ряда научных открытий, обосновавших механическую картину мира. Сегодня в рамках программы «Высшая школа» мы познакомимся с Российским химико-технологическим университетом имени Дмитрия Ивановича Менделеева. И у нас в гостях Владимир Александрович Колесников, ректор РХТУ, профессор. Татьяна Валериановна Гусева, ученый-секретарь университета, профессор. Майя Александровна Сиротина, директор рекламно-выставочного центра РХТУ, доцент. Я благодарю, что вы пришли к нам сегодня в студию. Мы сегодня поговорим о вашем университете. И первый вопрос у меня к ректору. Владимир Александрович, вашему вузу исполнилось 125 лет. Это большой срок. И за этот срок, конечно, сложилось огромное количество традиций. Как вам удается, как руководителю, поддерживать эти традиции и та ответственность, которая возложена на вас, как вы с ней справляетесь? Вы абсолютно правы, Менделеевскому университету 125 лет, и Менделеевка – это то, что звучит гордо. У нас работали очень выдающиеся ученые в Менделеевском университете, очень много известных людей, академиков, выдающихся государственных деятелей, руководителей крупных промышленных предприятий. Вот такой маленький исторический факт. Сегодня в Менделеевском университете работает три поколения ректоров. Я был студентом Менделеевского университета, когда Геннадий Алексеевич Ягодин был ректором университета, потом он стал министром высшего образования Советского Союза. После этого работал Саркисов Павел Джабраилович, который стал академиком. Сегодня он возглавляет кафедру в Менделеевском университете, является президентом. И я вот ректор. И вот эта традиция, она передается из поколения в поколение на протяжении, ну, по крайней мере, вот уже 40 лет. И мы сегодня все достойно представляем Менделеевку. Корни Российского химико-технологического университета имени Дмитрия Ивановича Менделеева уходят в далекий 19 век. 9 февраля 1880 года Московская Государственная Дума приняла решение о сооружении в Москве промышленного училища в ознаменовании 25-летия царствования государя-императора Александра II. В МПУ собрался сильный преподавательский коллектив. Это предопределило бурное развитие нового учебного заведения, которое в 1918 году было преобразовано в Московский химический техникум, который начал готовить практических инженеров. В 1920 году на базе МХТ был создан Московский химико-технологический институт имени Менделеева. МХТИ стал первым специализированным химико-технологическим вузом страны, который обеспечил подготовку кадров для химической отрасли промышленности. В 1992 году решением правительства Российской Федерации МХТИ был преобразован в Российский химико-технологический университет имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Сегодня РХТУ занимает передовые позиции среди химических университетов
университетов России и имеет самый высокий рейтинг среди химико-технологических вузов страны. Университет получил мировое признание как один из ведущих учебно-научных центров, обеспечивающих подготовку кадров высшей квалификации. Отрадно слышать, что в Академии работают преподаватели, которые заложили основу вашего вуза в плане традиций. Скажите, пожалуйста, есть ли преемственность передачи этих традиций следующему поколению? Ну, вы абсолютно правы. У нас есть те традиции, которые мы поддерживаем. В Менделеевском университете сегодня работают около 600 преподавателей. 200 из них – доктора наук. Где-то, наверное, около 400 человек – это кандидаты наук. Если брать категорию докторов наук, то, конечно, старшее поколение сегодня доктора наук, потому что 20-летний пробел, который был, начиная с 90-х годов, его восстановить трудно. Но он еще не восстановлен. Он не восстановлен. Нам бы хотелось, чтобы защищали докторские в год по 10-15 человек. Но сегодня защищают 5-6-7. Это тоже неплохо по техническим наукам, 5-6 докторов в год. Но для того, чтобы восстановить, нужно около 20. И вот эта вот преемственность поколений, оно, с одной стороны, есть в Менделеевском университете, с другой стороны, мы ощущаем, что хорошо бы было иметь докторов наук где-то 35-40 лет, но в области химии это не так просто. Вот если брать вот эту... Ну, я думаю, что, конечно, сейчас новые технологии, компьютерные программы, которые позволяют студентам исследовать те или иные соединения, как говорил Ломоносов. И у меня вопрос к Татьяне Валерьяновне. Скажите, пожалуйста, а какие специальности наиболее востребованы на сегодняшний день в вашем университете? Спасибо большое за вопрос, хотя на самом деле он очень сложный, и, наверное, он отражает то, что происходит в обществе в целом, и то, что происходит сейчас с молодежью. Ведь основной вопрос молодого человека – это чего хочется. Вот чего хочется молодым, и что мы можем им предложить? Из того, что есть в университете, вы знаете, мне очень понравилось, что вы сказали, что это... наука, но это и искусство, и это еще и шаманство, вы знаете. Для того, чтобы вот чем-то привлечь молодежь, надо быть немножко шаманом. Без колбочек не обойдется. И вот должно что-то над ними подниматься. Да, и вот этот вот совершенно потрясающий аромат познания должен быть доступен. Он как-то вот через экран, через, может быть, и дисплей компьютера должен проникать в дома наших молодых людей. Что на самом деле серьезно популярно. Все, что связано с фармацевтикой. Есть кафедры, которые занимаются материалами для, например, имплантов. Есть кафедра, которая занимается методами борьбы с распространением наркотиков и контроля. То есть в каждом из поступивших материалов можно определить, есть следы наркотиков или нет. Это очень популярно. Все, что связано с нефтегазодобывающим комплексом. Но это основное. Конечно, это популярно. Наверное, немножко меньше, но все-таки популярно все, что связано с компьютерами. Компьютерные системы управления, дистанционные системы управления. Это молодежь тоже очень привлекает. Есть у нас два совершенно волшебных факультета. Раньше я бы сказала, что с ними никто не мог конкурировать. Теперь кто-то может. Это материалы современной энергетики. И там есть даже такая энергетика, как атомные электростанции и вот те технологические процессы, которые позволяют создавать горючее для атомных электростанций. И есть инженерный химико-технологический, он очень мощный, очень мужской. Там готовят специалистов для оборонного комплекса. Вы правильно сказали, что молодой человек, когда приходит учиться в ваш университет, он, конечно, в первую очередь думает, а куда он пойдет работать после окончания. И у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, во-первых, в каком состоянии находится наша химическая промышленность по тем направлениям, о которых вы сейчас озвучили? И как молодой человек, он, когда приходит к вам, он уже знает, чем он будет заниматься после окончания или нет? Я могу, наверное, только сказать несколько слов на эту тему. Вы знаете, если молодой человек, 17 лет, четко знает, где он будет работать, я бы очень хотела с ним познакомиться. Это все равно в состоянии определенной мечты, это в состоянии определенного идеала, потому что реально оценить рынок труда, оценить потребности, тем более, пусть краткосрочный, но все-таки прогноз, пятилетний – нет. Это некоторое такое вот грубое деление. Хочу в химию, хочу нефтехимию, хочу в фармацевтику. Вот только так. Хорошо. Но ведь мы все знаем, что многие науки держатся на фанатиках. Вот вы говорите, что покажите мне того молодого человека, который бы знал, приходя к вам в вуз, куда бы он пошел работать.
А есть у вас такие молодые люди, которые не только знают, но уже приходя к вам учиться, они уже таланты, которые могут уже что-то изобрести, что-то сделать. Ну, такие как Менделеев. У нас есть талантливые ребята, у нас есть много талантливых ребят. Но талант все-таки – это 90% труда. Есть дар Божий. Вот заложено, есть склонность, есть желание, есть интерес. Но над этим надо работать, работать и работать. А ботаником быть нельзя, бессмысленно. Поэтому это те ребята, которых мы видим во всех областях деятельности. Они побеждают на олимпиадах, они великолепно докладываются на конференциях, они сидят в лабораториях, они же в студенческом совете, они же в агитбригаде. Ну, наверное, нескольких мы можем назвать, я буду говорить о том факультете, который мне ближе, это факультет экономической направленности. У нас есть, например, совершенно очаровательный Борис Купчик. Он получил премию «Национальное достояние России». Сколько ему лет? 22. 22. Он совсем не ботаник. Он абсолютно не ботаник. И в него влюблены девочки и этого, и соседнего факультета. Прошу вас, Владимир Александрович. Значит, по поводу региональных вещей. Конечно, в Менделеевский университет поступают не только москвичи, а 60% приезжают из регионов России. Поэтому мы готовим специалистов, конечно, для России. По нашим оценкам, 1/3 идет на предприятия химического профиля. Но сегодня предприятия химического профиля – это не гиганты, те, которые в классическом понимании были, допустим, в 90-х годах. Это может быть маленькое, очень современное предприятие, которое выпускает полимерную продукцию, выпускает углеродные материалы, выпускает наноматериалы, которые важны для фармацевтики, для медицины, для обороны. Это предприятия, которые так называемые профильные. Вторая категория уходит на предприятия, которые к химии не имеют прямого отношения. Ну, вот такой наглядный пример, как ВИАМ, Институт авиационных материалов. Очень серьезный институт. Но в нем работают специалисты наши, химики, которые делают полимерные материалы, керамические материалы, стеклокристаллические, тонкие покрытия. Это не химия в прямом смысле. Это материаловедение для оборонных отраслей. Есть третья категория, которая так называемые свободные люди, которые хотят что-то сделать в области малого бизнеса, которые сегодня идут в зарубежные компании. Но они действительно находят свою нишу, потому что эта ниша тоже достаточно интересная. Продавать химическую продукцию. Хорошая, интересная ниша. Создать компанию, выпускающую тот или иной, препарат. Это тоже ниша. Она может быть не химическая, она может быть даже фармацевтическая. И поэтому, в принципе, у нас вакансии для трудоустройства наших выпускников чуть больше, чем желающих их заполнить. Mm-hmm. Вот сегодня ситуация такая. Владимир Александрович, а скажите, пожалуйста, вот на базе вашего университета работают те предприятия, которые были разрешены президентом специальным указом, да? И какую деятельность они сейчас ведут? Могли бы вы это сказать, если это не секрет? Нет, не секрет. И мне очень легко ответить на этот вопрос, потому что в декабре мы на ученом совете как раз рассматривали вопрос о выполнении 3 постановлений правительства. Это 218, 219, 220 и федеральный закон о малых предприятиях. Значит, мы за полгода создали в Менделеевском университете 11 малых предприятий, в которых участвует сам университет в качестве учредителя, профессора, которые заявили желание активно работать. А студенты? Молодежь, не студенты, скорее это аспиранты, студенты, может быть, старших курсов, которые изъявили желание в них работать. Направление этих предприятий. Есть предприятия в области экологии, есть в области обработки воды, подготовка воды, очистка воды. Есть предприятия в области компьютерных технологий, есть предприятия в области нанотехнологий, есть в области биотехнологий. То есть они разнопрофильные. И уже по некоторым предприятиям есть определенные результаты. То есть есть ресурсы, которые они смогли привлечь для выполнения конкретных работ. А вот инновационно-технологический центр, что это такое? Он же тоже у вас существует и работает на базе университета. Инновациями университет занимался, наверное, на протяжении последних 20 лет, потому что научные работы никогда не прекращались. И такие центры мы начали создавать достаточно давно. Значит, инновационное направление деятельности Менделеевского университета сегодня – это, в первую очередь, разработка тех новых технологий, которые мы можем сделать по самым разным направлениям, будь то новые полимерные материалы, например, биоразлагаемые, или специальные вещества для определенных целей, которые нужны там, для наших отраслей. Второе – это, конечно, в области нанотехнологий. Если о нанотехнологиях мы говорим последние, может быть, 3-5 лет, то Менделеевский университет, даже кафедру, имеет уже возраст, который больше 10 лет. То есть мы чуть-чуть опережаем время. Когда-то мы были первые в области экологии промышленной. Это 1974 год, когда в Менделеевском университете появилось такое направление, как промышленная экология. Об этом даже не говорили.
Мы одни из первых, которые стали заниматься мембранными технологиями. О них стали говорить последние 20 лет, а мы уже около 40 лет. И поэтому те кафедры и те центры, которые мы создавали, они всегда были нацелены на решение вот таких новых задач, которые возникают. Вот сегодня это направление биохимфарм. Такой стык, который очень важен, актуальный, нужный. Сегодня государственные программы появились, а мы этим занимаемся лет так 15. Угу. Вот даже слово биотехнологии, которое тоже на слуху последние 10-15 лет, а мы отметили юбилей кафедры биотехнологии 35. То есть мы немножко опережаем время лет на 10. Учебно-лабораторный корпус Тушинского комплекса РХТУ имени Менделеева построен в 2008 году. В состав комплекса входят блок поточной аудитории, учебно-лабораторный корпус, научно-исследовательский институт. В лаборатории ядерной физики студенты проходят практический курс по исследованию радиационной активности альфа, бета и гамма излучения. Мы рады, что в этом году лаборатория оказалась оснащена очень чувствительными приборами, которые могут измерять низкие активности ниже даже природного фона Земли. И поэтому появилась возможность работать с низкоактивными препаратами, что менее опасно. Кафедра единственная в России, которая готовит специалистов по технологии радиофармацевтических препаратов. Это вещества, которые используются в ядерной медицине. Кафедра химии и технологии кристаллов проводит исследования природных и искусственных минералов. Ну, одним из направлений нашей кафедры химии и технологии кристаллов является специализация технологий драгоценных камней. Суть этой технологии – это производство специалистов в области технологической гемологии. То есть люди, которые умеют диагностировать, выращивать искусственные драгоценные камни, в том числе и модифицировать тем или иным образом их свойства. Наша кафедра также занимается подготовкой специалистов, которые выращивают кристаллы для технических целей различных. Ну, в данном случае вот это кристалл, срез кристалла кремния, из которого делаются микрочипы. Вот этот кристалл, он используется в лазерной технике, то есть для управления лучом лазера. По технологии хай-тек происходит выращивание кристаллов. Так, например, из кристаллов кремния делают резонаторы для мобильных телефонов. Самая востребованная химическая специальность на сегодняшний день – это биотехнологии. Поэтому кафедра располагает современной техникой, где студенты получают практику. Например, с помощью наномикроскопа можно определить концентрацию живых молочно-кислых клеток в суспензии, что необходимо на молочном производстве. В центре оптического стекла находится настоящий литейный цех по отливу материалов. Эти технологии стекла необходимы, например, для лазерной техники. В этом центре исследуется и производится фосфатное и лазерное стекло и стеклянные микросферы для ядерной медицины. Направление это для нашей страны абсолютно новое. И, к сожалению, к величайшему сожалению, очень перспективное в силу того, что количество больных онкологическими заболеваниями слишком велико. В настоящее время проведены первые операции в России по введению в артерию человека вот этих микрошариков из итрий-алюмосиликатного стекла, в котором в атомном реакторе наведен изотоп 90 итрия. И таким образом мы, медики, разумеется, осуществляют локальное лечение опухолей, в которые должны попасть эти микросферы очень строго выверенного диаметра, в данном случае 20-25 микрон. МИУ-ский комплекс РХТУ прежде занимали Московское промышленное училище и Ремесленное училище имени Шалопутина. Кафедра информационного и компьютерного проектирования РХТУ располагает высокотехнологичной базой программ для обучения студентов. Одно из новых направлений кафедры – система систематизированного проектирования. Отличительная особенность подготовки наших специалистов заключается в том, что мы их готовим для химической отрасли, нефтехимической, газохимической промышленности. И мы стараемся готовить таких специалистов, которые используют самые современные достижения в области компьютерных информационных технологий для решения проектных задач. В стенах университета царит атмосфера творчества. Проводятся праздничные шоу, выступают команды КВН, духовой оркестр и академический хор. Свой досуг студенты могут посвятить спорту – легкой атлетике, лыжам, футболу, волейболу, аэробике, борьбе, бадминтону, альпинизму и другим видам. Во многих вузах есть дома культуры, спортивные сооружения, бассейны. Многие студенты выезжают на практику. Расскажите, пожалуйста, о внеучебной жизни студентов. Отрадно, что вот вся история университета
заложил такие удивительные традиции, что когда закончились занятия в аудитории, это не значит, что закончилась студенческая жизнь в стенах университета. Наверное, начинается самое интересное, потому что здесь такие возможности удивительные. Это и спорт, это и музыкальные занятия, это и художественные занятия. И здесь очень разнообразный подход, потому что помимо традиционных таких занятий, как футбол, волейбол, у нас очень сильная секция бадминтона, очень сильная секция различных видов борьбы. Это совсем незнакомый нашим многим студентам гольф. Угу. У нас есть специальные тренажеры, которые позволяют в зале развернуть вот такую площадку для занятия гольфом. И наши студенты выезжают на студенческие международные соревнования и привозят кубки. Чемпионы мира в этом году. Да. Интересно. Это удивительно. Мира, да. А преподаватели участвуют вместе с студентами вот в этой жизни, как вы ее называете, вне стенок вуза? Да. И это тоже одна из таких традиций, когда такое демократическое общение позволяет студентам не просто получить знания, получить образование, но вот такая социальная адаптация, психологическая, что приобретается уникальный опыт человеческого общения, профессионального общения, ну, такой вот жизни в среде, ну, там, больших профессионалов, да, когда ты знаешь, как не просто себя вести, но получаешь соответствующие знания и практику. А преподаватель все-таки участвует? Преподаватель есть хороший пример, один очень хороший пример, вот Игоря Аветисова, просто уникальный пример, значит, вот этот мини-гольф, где Менделеевский университет очень активно участвует, мы в октябре выезжали на чемпионат мира по мини-гольфу, выиграли первое место, мини-гольф. Команда была студенческая, а возглавлял преподаватель Аветисов Игорь, который чуть позже, через, наверное, 1.5-2 месяца, защитил докторскую диссертацию. То есть уникальный случай, когда он занимается гольфом, это его любимое занятие, он готовит студенческую команду, сам ученый, такой достаточно известный, и 13 декабря стал доктором наук. Ему 50 лет, очень такой активный. Вот тот пример, который прям просто блестящий. Второй — бадминтон. Наши известные профессора тренируют команду. Профессор Штильман, доктор наук в области биополимеров, очень известный специалист. Но вот он сам играл, когда-то был чемпионом Советского Союза, и сегодня тренирует вот команду студентов. Я понял. В этом направлении у вас все хорошо. Да, и культурная жизнь удивительная. Вы знаете, ведь у нас то, что вы сказали, что в вузу более вековая история, мы и удивительными архитектурными сооружениями обладаем, потому что вот то здание историческое, которое находится на Новослободской, на Миусской площади, заложенное в 1898 году, там удивительный у нас актовый зал. Он носит имя Бородина, это друг и соратник, и химик Дмитрия Ивановича Менделеева, второе значимое имя в истории нашего университета. Этот зал обладает удивительной акустикой. Слышно с любого конца, с любого места, и у нас проходят удивительные там музыкальные вечера. У нас есть клуб «Орфей» музыкальный, и вот приглашают и молодежь из различных театров, и инструментальные исполнения, и вокальные исполнения. Вы знаете, есть такая у нас музыкальная гостиная Ирины Архиповой. Это Примадонна наша великая была инициатором, и наш вот Владимир Александрович и президент нашего университета были инициатором создания ее. Она поныне действует. И концерты, которые проходят в этом зале, они, конечно, собирают и много гостей, студентов. Мы приглашаем и наших коллег. А этот зал является историческим, наверное, да? Исторический, и это актовый зал, который работает как аудитория, и проводит все конференции. Да. В нем проходит заседание, защита диссертации. Ученый совет. А университет имени Менделеева, да, это бренд. Конечно. Это бренд. Вы руководите рекламной службой, да, в университете. Да, скажите, пожалуйста, как вы поддерживаете бренд своего вуза? Вы знаете, для нас очень важна открытость, полная открытость. Нам важно показать все, что в нашем университете происходит.
учебные направления, научные направления, это наши традиции, это то, чем может, в чем может себя применить наш выпускник, наш студент. И это возможность использовать все каналы. Конечно, это и средства массовой информации. Сайт же, да? У нас есть сайт, и интернет, конечно, нам в этом большой помощник, потому что, Владимир Александрович, как уже говорил, половина наших студентов – это представители различных городов России и зарубежья. И, конечно, они познакомиться с нашим университетом могут через сайт, где мы по возможности постоянно даем те материалы о всех сферах нашей деятельности. Ну и, конечно, важно непосредственное общение. А используете интернет для обучения студентов? Да, у нас есть направление, отделение очно-заочного и заочного обучения, где как раз используются дистанционные технологии обучения. На сайте есть у нас специальный портал, где выложены учебные курсы действующих кафедр. Есть химики, есть экологи. Постоянная вечная борьба между этими двумя направлениями. Я знаю, что в вашем университете тоже проводятся работы по экологии. Да? Скажите, пожалуйста, вот какие работы у вас проводятся в этом направлении? Первый кафедр промышленной экологии зародилась в Менделеевском университете, это был 1972 год. Я был студентом третьего курса, факультет был самый химический, технологии неорганических веществ, но наши мудрые профессора понимали, что решение экологических проблем зависит от них. И поэтому в этом плане всю жизнь и экология, и технологии идут рядом. Да, у нас появились кафедры промышленной экологии, появился институт проблем устойчивого развития, появились кафедры технологии защиты биосферы и многие другие. И сегодня объективно 1/3 университета работает над решением экологических проблем, занимается этими проблемами, и подготовка кадров идет в этом же направлении. Причем на всех уровнях, и бакалавры, и магистры, и специалисты, и кандидатские, и докторские. И в этом плане как раз знания наши, которые мы даем в области базовой технологии, позволяют нам создавать экологически безопасные, ресурсосберегающие. То есть не решать проблемы экологические, которые возникают, а стараться не создавать те проблемы, которые могли бы быть предупреждать. Решены, да, предупреждать. Это вот как бы такой первый кусочек проблем, о котором я хотел бы сказать. Татьяна Валерьяновна, специалист в этой же области. Татьяна Валерьяновна, пожалуйста, добавьте все, что считаете. Большое спасибо. В обыденном сознании действительно может возникать противоречие, но оно кажущееся. Противоречие между тем, что происходит в химии, в химических процессах, и тем, что происходит в окружающей среде. И Владимир Александрович уже сказал, что кафедры начали этим заниматься в 70-е годы, но на самом деле, наверное, даже раньше этим занимались и специалисты. Дело в том, что любой процесс, мы представим с вами металлургический, представим с вами фильмы, например, фильм «Высота». Вот дом намонтируется, а потом такой кадр и огромное количество дыма. Без этого невозможна индустрия. Да? Или представим картины «Утро индустриальной Москвы». Можете себе представить? Вот с «Утро индустриальной Москвы», пожалуй, начинали технологи, которые сказали, что это противоречие лежит в так называемой области конца трубы. Если думать не о конце трубы, а думать о технологическом процессе в целом, то рациональное использование ресурсов позволяет действительно использовать все, применять все, что есть в сырье. Об этом говорил Менделеев. Однокомпонентного сырья не бывает. И создать технологический процесс наиболее рациональным путем, с меньшим воздействием на окружающую среду, если хотите, это миссия Менделеевского, да, университета. И, естественно, как сказал Владимир Александрович, подготовить для этого специалиста. Но надо немножко опять бежать впереди. Вот мы говорили, 30 лет, 10, 15 лет. Надо чувствовать проблему до того, как она возникла. Когда есть только некоторое, может быть, странное, спорадически возникающее недовольство. Кому-то не нравится жить в городе, потому что это металлургический город. Кто-то говорит о том, что вот соединение ртути настолько опасно, есть люминесцентные лампы. Наверное, в Менделеевке сила ученых состоит в том, что, работая вместе с нашими социологами, работая с маркетологами, мы приходим к проблеме чуть раньше, чем она становится очень и очень острой. У нас есть особый экологический центр. Он создан в 2007 году и выполняет массу и российских, и международных проектов. Вы спрашивали об интернете. На сайте экоцентра есть такой очень-очень смешной
очень понравится всем, кто может нажать на клавишу компьютера. Калькулятор выбросов парниковых газов и потребления энергии. Сделан для учебного процесса, сделан для московского правительства, чтобы мы поняли, как можно себя вести в городе. На сайте экоцентра очень большое количество справочных материалов по так называемым наилучшим доступным технологиям, то есть ресурсоэффективным и оказывающим минимальное воздействие на окружающую среду. Это вот та область, в которой работает весь университет. Сейчас какая обстановка у нас в химической промышленности? Значит, дело в том, что совсем недавно я слышал один очень такой хороший отчет о перспективах развития химической промышленности, об итогах 2010 года. Вот что можно констатировать? Там, где речь идет о так называемой большой химии, производстве удобрений, наши специалисты работают в этой отрасли на протяжении всех вот последних 50 лет очень активно, то эта отрасль, она все равно производит примерно то количество продукции, которое производили, когда был Советский Союз. Беда только в другом, что основные продукты, которые они производят, уходят за рубеж. Китай, Индия, Европа с удовольствием покупают наши удобрения. Тогда как наши удобрения на, скажем, российские поля попадают уже, естественно, в ограниченном виде, ввиду высокой цены, невозможности оплатить поставки, ну и так далее. То есть в количественном отношении, может быть, и не упали. Если говорить о высокотехнологичных отраслях, то, конечно, проблемы есть. Мы не производим такого количества полимеров, которое нужно нашей стране. Хотя то, что мы даже производим, в основном уходит в качестве полупродукта за рубеж. Вот это немножко грустно, потому что первый передел в России оставляют, когда из сырья получают первые продукты, ну, скажем как так, болванки, как заготовки. Да, как, скажем, заготовки, которые уходят за рубеж. Будь то полимер, но это полимерная крошка. А из полимерной крошки можно сделать такой полимерный продукт, который будет стоить в 10 раз дороже. Но это уже технологии более высокие. Аналогичная ситуация с нефтегазохимией. То есть нефть и газ в большом количестве уходят, а переработка пока еще не на должном уровне. Хотя надо сказать честно, что в последние вот несколько лет очень много уделяется внимания этому направлению. Появились распоряжения правительства Российской Федерации, вообще Путина, о том, что развивать нефтегазохимию. Прошли ряд совещаний, сделали ряд интересных предложений. Кадровое сопровождение этих программ стало появляться. То есть страна принимает правильную стратегию развития. Мы говорим, что недостаточно высокотехнологичных предприятий в вашей отрасли. Так где же все-таки проходят практику ваши студенты? Значит, проблемы есть. Проблемы есть. Дело в том, что химический сектор 96% в частных руках. И для того, чтобы организовать практику, уже возникает чисто проблема такая административная. Не каждое предприятие готово принять. Хотя есть бизнесмены и выпускники, в том числе Менделеевского университета, работающие, например, в новомосковских компаниях, Еврохим, Procter & Gamble, Лукойл. Компании, которые предоставляют места для практики. Понимаю. Вы их оплачиваете, эти места? Да, мы оплачиваем места, но это небольшие совсем деньги. Важно, что наши студенты попадают на высокотехнологичные направления деятельности предприятий. Второе, это, конечно, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Они есть, они, как правило, государственные, поэтому туда мы студентов направляем. Это имеет отношение к ядерным технологиям, это имеет отношение к новым материалам, то есть места есть. Хотя, конечно, хотелось бы значительно больше этих мест, хотелось, чтобы нас пускали на все предприятия, но думаю, что в ближайшее время здесь тоже ситуация должна выправляться, потому что все понимают, что без практики подготовить хорошего специалиста очень трудно. А скажите, пожалуйста, практика – это сколько раз за время обучения? Ну, если брать период еще 20-летней давности, практики были очень большие. Были практики полугодовые. Был период, когда практика была на протяжении года. В последнее время практики у нас их в основном три, наверное, практики. Это в течение всего курса обучения, в течение всего пятилетнего цикла обучения. Значит, первый – это так называемая ознакомительная практика. Это где-то второй, третий курс на разных специальностях, когда посещают, ну, условно, Московский нефтеперерабатывающий завод или предприятие по производству керамических материалов или автомобильный завод по специальности электрохимии. Это ознакомительная практика. Она длится обычно месяц-полтора-два. А вторая практика, она ближе к преддипломной практике, это уже четвертый-пятый курс, когда мы направляем, это может быть Академия наук, это может быть отраслевой какой-то институт крупной обороны, это может быть промышленное предприятие, где студент проходит практику уже на протяжении 3-4 месяца, собирает материалы для диплома. Но это индивидуальная практика для студентов, да? Вот это уже не массовый. Подбирается, да, уже, это не да? массово, да. А как работодатель, который, в принципе, в перспективе готов взять студента на работу после окончания? Вот. Он приходит к вам, запрашивает количественный состав, качественный.
Значит, конечно, это тоже есть. Есть центр трудоустройства, который занимается этой проблемой. Он в ваших стенах, да? В наших стенах, да. Он уже работает лет 20. Вот когда мы стали понимать, что нет распределения, тогда мы стали предлагать услуги. К нам приходят компании, идет презентация, мы собираем около 300 человек, выпускников, которые потенциально интересны для этой компании. И тогда возникают вопросы представления компании, и кто-то принимает решение попробовать работать на этой компании. Идет отбор. Аналогично делает компания «Лукойл». «Лукойл» – крупная компания, и есть направление «Лукойл Нефтехим», который тоже отбирает для своих задач определенных специалистов. Я думаю, что есть это и по экологии приходят к нам, есть по ядерным технологиям. То есть компании приходят к нам и отбирают. Химия, как наука современного общества, она постоянно совершенствуется. И, наверное, все-таки основные исследовательские центры, они за рубежом. Расскажите, пожалуйста, о международном сотрудничестве. В каких областях оно осуществляется и в каком объеме? Международное сотрудничество – это традиционное направление работы Менделеевского университета. И, наверное, акценты его с годами менялись. Мы раньше готовили очень много специалистов для социалистических стран. Теперь мы готовим специалистов и для государств, членов Союза независимых государств, и для различных стран Азии, Африки. У нас учатся более 500 студентов. Вот каждый семестр вы можете встретить более 500 студентов, которые занимаются на обеих площадках Менделеевского университета в Москве и также в Новомосковске. Научные контакты. Наверное, сейчас главное, что нужно отметить, и это справедливо не только для международной деятельности, это проектная работа, проектная система управления, проектная система, если хотите, изобретения или открытия, и проектная система международной деятельности. Поэтому нельзя сказать, что вот ровными шеренгами Менделеевский университет едет в Швейцарию. Но у нас есть великолепный центр трансфера технологий фармацевтических российско-швейцарский. Студенты, аспиранты и руководители этого центра работают очень тесно с лабораториями Швейцарии. У нас есть факультет, один из самых старинных факультетов, который занят силикатными материалами. И там прекрасно работает лаборатория, международная лаборатория. Профессор Кулиари, у которого основное место работы Миланский университет, большую часть своего рабочего времени проводит в Менделеевском университете. Наши ребята тоже выезжают на стажировку в Италию, а Италия традиционно в области стекла, в области композиционных материалов. Это очень и очень сильная страна. А из Италии приезжают студенты к нам? Студенты из западных стран. Пожалуй, это меньший поток, гораздо более меньший поток. Может быть, это связано, кстати, и с теми категориями, и с теми проблемами, с которыми мы сталкиваемся в рамках Болонского процесса. Когда речь идет о новой стратификации в системе бакалавр, специалист и магистр, в Европе это свободный переток студентов, которые могут так называемые points, точки, получить в Великобритании, потом уехать заниматься в Нидерланды, потом переехать в Испанию. Российские ребята тоже могут это сделать. У нас мало курсов, которые могут быть проведены целиком на иностранном языке. Пока мало таких студентов. Хороший, наверное, пример – это Центральный Европейский университет. Он расположен в Венгрии, основная площадка в Будапеште. И наши ребята едут учиться в Центральный Европейский, как правило, получают степень магистра. И ребята из Центрального Европейского приезжают к нам. Вот сейчас готовят к выпуску свою кандидатскую диссертацию госпожа Мжеванадзе, Нора. Но Нора на самом деле гражданка Латвии, по-русски говорит некоторым образом. И мы общаемся прежде всего на английском языке. В вашем университете функционирует и работает Совет молодых ученых. Что это? Совет молодых ученых – это достаточно традиционное направление деятельности. Председатель Совета молодых ученых – это молодой профессор вуза. И мы очень рады, что вот плеяда этих профессоров затем пополняет молодых профессоров. А молодыми профессорами мы считаем прежде всего тех ребят, которые защитили докторские диссертации до 40.
Виктор Сажин защитил докторскую диссертацию в 38 лет. Он председатель Совета молодых ученых Менделеевского университета. Сейчас у нас есть еще один молодой доктор, и еще много молодых докторов, но мы рады, что молодой доктор руководит учебной работой. Это Николай Макаров, который тоже докторскую защитил в 37 лет. То есть он прекрасно понимает, когда учиться хочется, когда не хочется. Совет молодых ученых – это объединение молодежи, которая видит себя в научных исследованиях. Они могут быть теоретическими. А база какая? Какой базой они пользуются? Они пользуются основной базой кафедр. И Совет молодых ученых отвечает то, что ребята работают и в межкафедральных лабораториях тоже. Поэтому те исследования, которые, скажем, выполняются в экологическом центре, объединяют ребят с экономического направления обучения и, естественно, с экологического направления обучения. Молодежь очень мобильна в этом. А вот технопарк, который существует в вашем вузе уже более 20 лет, а его функция? Где-то вот в начале 90-х годов мы приняли решение, вообще много работали в области промышленной экологии, в частности, решали проблемы очистки воды от вредных техногенных веществ, которые попадают, решали проблемы выбросов газов самых различных на промышленных предприятиях. Тогда была заложена идея создать такой технопарк, который создает технологии для решения экологических проблем, выпускает оборудование, проектирует системы водоподготовки, водоочистки и реализует это на практике, как мы говорим, под ключ для того, чтобы это работало на промышленных предприятиях. И действительно, мы смогли брать молодежь, подбирать команды для решения реальных проблем. Вот мне часто задавали такой вопрос: Владимир Александрович, вы вообще вот работаете с промышленными предприятиями, что удалось сделать? Вот маленький такой пример, что по воде Менделеевский университет для 100 промышленных предприятий разработал и внедрил технологии очистки воды от токсичных загрязнений вот этих промышленных объектов. Это вот маленький пример технопарка. То есть, конечно, этот технопарк вот в основном в области решения экологических проблем промышленных предприятий. Понятно. Ну, я часто сталкиваюсь с мнением и ректоров, и руководителей тех или иных учебных заведений, что на сегодняшний день абитуриенты, которые приходят поступать в вузы, их подготовка недостаточно сильная, что раньше было лучше. Как вы думаете, с чем это связано? И если это так, что вы предпринимаете для того, чтобы все-таки абитуриенты были лучше подготовлены для поступления в вузы? Есть ли у вас какая-то база для подготовки абитуриентов? Давайте тоже забьем как бы на две составляющих этот вопрос. Первые абитуриенты. Действительно, во-первых, их стало меньше. Если брать 2004 год, то оканчивали школу примерно 1 400 000, сегодня 700 тысяч. То есть явно, что контингент меньше. Второе, то, что ввели ЕГЭ, а последние годы мы принимаем только по ЕГЭ, мы ощущаем, что ребята в школах готовятся к сдаче ЕГЭ, получают положительный результат, но знаний, которые должны получить в области химии, физики, математики, они, конечно, недостаточны. Формально мы принимаем по результатам ЕГЭ, к нам приезжает регион, и кто, где, какой поставил балл ЕГЭ, нас это, ну, естественно, в меньшей степени... Ну, это по закону, да. По закону. Я принимаю этих ребят. Что мы точно видим? Что, и мы уже приняли ряд решений, что дети, которые к нам пришли, многие из регионов, особенно если балл был не очень высокий или даже очень высокий, но, может, не объективно, то они страдают знаниями, у них не хватает знаний в области математики, это факт, физика – это факт, и химия – это факт. Поэтому Менделеевский университет на первом курсе ввел дополнительные занятия по математике, физике. Вот как. То есть вы исправляете Исправляем, да. Потому что у нас нет другого контингента. Сегодня он ограничен. Это 700 тысяч, которые тысячи приходят в Менделеевский университет. Поэтому мы даем дополнительные знания, понимая, что в школе дать по тем или иным причинам их достаточно сложно. А вот вторая часть вопроса, Татьяна Валерьяновна, наверное, тоже сможет ответить. Да, там есть просто интересный пример. Я лишь чуть-чуть добавлю, если вы позволите. В Менделеевском университете около 40 лет назад была создана вечерняя химическая школа. И вот то, что вы спросили, задали вопрос о том, как выглядит вот этот одаренный, талантливый и совершенно уникальный. Вот эти одаренные, талантливые и совершенно уникальные стояли в очереди, чтобы пройти экзамены конкурсные и поступить в вечернюю химическую школу. После окончания вечерней химической школы многие поступали к нам, многие поступали в МГУ, и мы сегодня общаемся с коллегами, выпускниками той самой химшколы. Она жива.
она прекрасно себя чувствует. Она и сейчас функционирует. Она прекрасно себя чувствует. Она готовит ребят, усиленная подготовка в области химии, в области математики. А какого возраста приходит туда? Это 10 класс, это 11 класс. Чем раньше, тем лучше. Два года – это более устойчивая подготовка. Потому что Владимир Александрович уже сказал, что подготовка к сдаче единого государственного экзамена – это есть некий особый процесс. И сдача экзамена – это особый процесс. Те студенты, с кем мы общаемся сейчас, кому лет 18-20, говорят, что особенно задуматься во время сдачи экзамена единого государственного нельзя. Там есть доля куража, доля удачи и, безусловно, очень интенсивная вот эта система «да-нет» вариант ответа «да-нет». В Менделеевском университете надо очень много думать. Потому что химия, конечно, наука, но она и искусство, и шаманство. Надо думать, надо перебирать различные варианты решений, надо искать наиболее элегантные решения. И за два года в химической школе ребята готовы не только к единому государственному экзамену, они готовы быть исследователями. Более того, все-таки существует профориентация. Химическая школа и те ребята, кто обучаются в химической школе, приходят к нам в гости на мини-практику. Скажем, вот в прошлой весной у нас ребята были больше 10 дней на практике в самых разных лабораториях университета. Весной, летом они записывались, говорили, что наиболее интересно, посещали лаборатории и выполняли некоторые такие маленькие курсовые работы. И это ребята с очень высоким уровнем мотивации. Согласитесь, ведь лучше, когда человек в 16 лет говорит, нет, мне все-таки не менделеевский нужен, мне нужен медицинский. Или говорит, нет, мне на самом деле вот именно этот факультет, больше ничего не хочу. И тогда доля тех, кто на первом курсе помогает подняться остальным, помогает рассказать, ведь если мы с вами расскажем. Ну, хорошо, ну, кто это вообще рассказывает? Они вообще античные. А когда рассказывает ваш коллега, которому тоже 16, 17, 18, что больше, же можно, да. Это другое, это другой уровень доверия. Поэтому мы очень дорожим нашей химической школой, очень дорожим нашими олимпиадами. И ребята приходят талантливые, ребята приходят очень интересные, выигрывают разного уровня туры во время олимпиады. И к нам, наверное, Владимир Александрович подскажет, из таких вот олимпийских потоков и потоков химической школы мы все-таки у себя оставляем около половины. Большую часть. Около половины остается ребят наших. Да, реальные конкуренты – это Московский государственный университет. Это понятно. Мы всегда с ними дружим и работы, и медицина. То есть медицинское направление химии. Вот, пожалуй. Но это единственное такое подготовительное, если так можно назвать, учреждение, которое готовит абитуриентов для поступления. Или у вас все-таки есть связи со школами, с колледжами? Значит, со школами огромные связи, исторические связи. Это там комплексы, специальные классы, может быть, какие-то. Специальные есть. Классы. Но вот когда ввели ЕГЭ, вот эти классы, они начали давать сбои. Вот когда их не было, это действительно была подготовка. И более 100 только по Москве и по области их было. Когда ввели ЕГЭ, интерес у учителей школы, естественно, автоматически начинает пропадать. И у детей, самое главное. Они сдают ЕГЭ. У них четко поставлена задача. Знания их интересуют, но в меньшей степени. Профориентации в меньшей степени. Хотя на каком-то этапе все начинают понимать, что надо возрождать этот же цикл, потому что просто сдать ЕГЭ сегодня уже мало. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня на нашу передачу. Но напоследок хотел бы задать краткий вопрос. Планы и перспективы на ближайшее будущее. Прошу. Для нас очень важно показать нашим потенциальным абитуриентам различные сферы приложения их сил. Именно поэтому мы планируем участие в международных выставках, конференциях, форумах и планируем для себя показывать не только то, чем будет заниматься наш будущий студент в процессе обучения, а и показать ему те удивительные материалы, те удивительные технологии, которые получены в рамках университета. Вот это для нас сейчас важно. Татьяна Валерьевна. Мы должны соотнести систему приоритетов, систему ценностей, с которой молодежь приходит в Менделеевский университет,
может быть, она еще не совсем сформировалась, может быть, надо помочь ее формировать. С системой приоритетов и ценностей, которые есть в нашем университете, которые мы пронесли через много поколений выдающихся химиков, физико-химиков, органиков, неоргаников. Наша внутренняя среда обязана отражать те изменения, которые происходят в среде внешней. Но, используя тот потенциал, который есть у нас, мы должны получить уникальный результат на выходе. Есть любая система менеджмента, в которой сказано, что брак на выходе изолирует. Мы работаем с абитуриентами. Если у нас брак, то изолировать надо нас. Поэтому мы должны работать с каждым, кто к нам приходит, искать в нем лучшее, помогать выявить лучшее и помогать выйти на ту дорогу, которая на сегодня молодому человеку представляется наиболее привлекательной. Это образование, это наука, это внеучебная деятельность, это совет молодых ученых, это наша международная работа, все то, что есть в нашей внутренней среде. Владимир Александрович. Мне хотелось бы добавить то, что сказали мои коллеги. Это, конечно, укрепить ведущую роль Менделеевского университета в области подготовки кадров, в области химии, химической технологии. Это занять ту нишу, которая связана с научными разработками, потому что сегодня в России научные центры, я беру отраслевые институты, многие работают уже не в том масштабе, как это хотелось бы делать. И поэтому вот научная ниша Менделеевского университета должна развиваться. В первую очередь по тем направлениям, которые важны для нашей страны. Ну и сделать так, чтобы вуз был привлекательный для зарубежных наших студентов, иностранцев, потому что Менделеевский университет – это имидж, это марка, это бренд России. Вот мы хотим этот бренд сделать бриллиантом. Спасибо вам. Хочу пожелать вам успехов и до новых встреч. Большое спасибо. 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 Современная химия – настолько обширная область естествознания, что многие ее разделы по существу представляют собой самостоятельные, хотя и тесно взаимосвязанные, научные дисциплины. И совершенно очевидным становится, что химия – это наука, способная обеспечить прогресс не только самой химической отрасли, но и всей экономики страны. С вами была программа «Высшая школа» и я, ее ведущий, Владимир Косинчук. И как говорил великий русский ученый, химик Дмитрий Иванович Менделеев, границ научному познанию и предсказанию предвидеть невозможно. До свидания.